6 сентября баскетбольный клуб «Старый Соболь» проведет турнир памяти Геннадия Мерзлякова. Соревнования, по словам руководства клуба, станут генеральной репетицией для тагильских команд перед новым сезоном. Кроме матчей детско-юношеских команд, болельщиков порадует мужская сборная «Соболей» товарищеской игрой с молодежным составом команды «Уралмаш». Также поклонников баскетбола ждет шоу с участием летающих баскетбольных акробатов из Перми. Вход на турнир свободный.